Пряме спілкування та оперативне реагування. Саме так відбуваються зустрічі виконуючого обов'язки мера Ігоря Терехова із харків'янами. Цього разу з жителями Новобаварського, Холодногірського, Київського та Шевченківського районів. Здебільшого обговорюють житлово-комунальну сферу і одразу ж отримують відповідь. Це традиційно текуща кровля, це ремонт під'їздів, це фасади. Это внутриквартальные дороги. Поэтому по каждому из вопросов у нас были директора департаментов. Каждый вопрос сегодня взят в работу. Есть конкретные сроки исполнения всех вопросов. Поэтому мы договорились со всеми людьми, которые пришли на прием, о том, что мы конкретно будем делать, в какие сроки это будет выполнено, что в этом году будет сделано, что будет переходящее на следующий год. Поэтому думаю, что наши все обещания, которые были сегодня даны, будут выполнены в те сроки, которые поставлены. Більшість питань, каже Ігор Терехов, згідно плану, виконуватиметься вже у цьому році. Сроки, якщо стосується крові, звісно, це літо. Начало осені, саме начало осені. Чому? Тому що нам потрібно все успіти зробити до сезону дощів, коли осінь починається дождлива погода. Те, що стосується ремонту під'їзду, то, звісно, це цей рік, тому що ми підходимо сьогодні комплексно до рішення ремонту під'їздів. Це заміна обов'язково окон. Когда мы делаем подъезд, мы смотрим кровлю, в случае необходимости делаем кровлю, потом меняем окна, потом делаем ремонт подъезда и, конечно же, ремонт входных груп. Самі ж харків'яни кажуть, такі зустрічі дуже ефективні, адже дають результат. Мені зустріч дуже подобалась, був продуктивний розмов, іменно суттєві питання, які нас хвилювали по поводу колективної жалоби нашої вулиці. Мы как-то даже чуть-чуть заходили настороженно, но получили теплое отношение и понимание к нашему вопросу. И очень удовлетворены. Ждем теперь результатов. А результаты нам не так уж и сказали долго ждать. Вот в июнь месяц, две недели там один вопрос, и в июне второй вопрос. То есть это, я считаю, это оперативно. Общением с Игорем Александровичем я вполне довольна. Он молодец. Я считаю, что как бы он много чего уже сделал для города. Вот. Хочется верить, что город будет с ним продолжать расцветать, будет ремонтироваться дома, которые нуждаются в этом. Я могу отметить такой существенный момент, что обслуживание домов, как минимум в нашем районе, микрорайоне, где я проживаю, это Пермский массив, Холодная гора, я бы сказал на оценку безукоризненно. Почти выше всяческой пофалы, даже без привлечения. Значит, у нас трубы не текут, дороги сделаны, лифты работают безукоризненно. Если случаются мелкие поломки, значит, в момент появляются эти ремонтники. Так что безукоризненно. Придумывают территории, там детская площадка, озеленение, все прекрасно. Очень понравился, четко, быстро и хорошо. Но мне понравилось еще другое. Мы только подали заявление и уже по нашей проблеме начали рассматривать. Вот пока мы пришли сюда, уже многие вопросы, часть, были решены к нам. Приходили. Но здесь ситуация более долгая, потому что здесь вопрос мы начинали еще с Геннадием Адольфовичем. Он начал нам помогать. Здесь вопрос незаконного строительства. Как нам в свое время говорил Геннадий Адольфович, если что, обращайтесь уже к концу к Игорю Александровичу. Игорь Александрович сказал, мы дальше продолжаем вопрос земли, вопрос там, не знаю, ну вообще мы хотим снос этого здания, чтобы восстановить наши права. И дальше в судебном порядке исполком вместе с нами будет это продолжать. Мария Соловьева та Ярослав Кононенко, Харьковские известия.